12 января 2017 года. Москва. Третьяковская галерея. Президент Татарстана Рустам Миниханов приехал в главную картинную галерею страны осмотреть выставку «Вечный Рим. Сокровища Пинакотеки Ватикана». Более 40 картин Беллини, Рафаэля, Караваджо и других мастеров. Данная выставка – уникальный проект для России в целом. Никогда раньше музеи Ватикана ни в одну страну мира не выдавали такую большую коллекцию из постоянной экспозиции. Помимо этого, президенту показали важнейшие картины из собрания Третьяковской галереи, начиная с портрета Пушкина, работы Ареста Кипринского и заканчивая произведениями Ильи Репина и Николая Ге. Было подписано соглашение между Министерством культуры Татарстана и Государственной Третьяковской галереей о сотрудничестве в рамках межмузейного культурного обмена. Подписи под документом поставили министр культуры Татарстана Айрат Сибагатуллин и директор Третьяковской галереи Зильфира Тригулова.